Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем небольшую тренировку на прокачку ног, ягодиц и внутренней поверхности бедра. Первое упражнение. Ложимся на левый бок, выравниваем ноги, правую ногу поднимаем кверху и делаем круговые движения по часовой стрелке 8 раз. Затем повторяем это же упражнение против часовой стрелки. Второе упражнение. Рисуем полукруг. При этом напрягаем ногу и зажимаем ягодицы. Мы делаем дополнительный мах с каждой стороны. Повторяем 8 раз. Далее мы делаем махи впереди себя, 8 счетов. Сейчас мы хорошо прочувствуем нашу внутреннюю поверхность бедра и дальше отводим ногу назад и также повторяем 8 счетов. Отлично, задержали ногу в статике и держим 8 счетов, зажимая правую ягодицу. Третье упражнение. Поднимаем ровную ногу вверх и с натянутым носком на себя опускаем ногу вниз. Чувствуем легкое растяжение в икрах. Выводя ногу вперед, делаем 2 динамичных рывка. Повторяем 8 раз. И задерживаем ногу в статике. Повторяем полукруги ногой. При этом разворачиваем корпус в противоположную сторону. Далее повторяем махи назад. Прокачиваем ягодицу. Пятое упражнение. Сгибаем ноги в коленях и отрываем таз от пола. Добавляем раскрытие внутренней поверхности бедра. А затем делаем все то же самое с оторванным тазом от пола. Отлично. И теперь, стоя на коленях, мы делаем с вами перекаты со стороны в сторону, растягивая мышцы ягодиц. Хорошо. И сейчас мы все будем повторять на другую сторону. Левая нога вверх и делаем круговые движения ногой. И в другую сторону. Дальше рисуем полукруги. И делаем махи. Задерживаем ногу в статике, держим 8 счетов. Следующее упражнение. Подъемы ноги вверх. Yeah.
динамичные махи перед собой. Держим статику, 8 счетов. Следующее упражнение. Отрываем таз от пола. Добавляем раскрытие внутренней поверхности бедра. Опять сделаем замыкающее упражнение. Потянем ноги, потянем ягодицы и немножечко отдохнем. Хорошо, и снова ложимся на левый бок. Ноги сгибаем в коленях. Отодвигаем правую ногу назад и поочередно отрываем колено и пятку от пола. Колено на полу. Отрываем стопу от пола. Отрываем колено от пола. Следующее упражнение – полный подъем ноги. И в этом же положении разгибаем ногу. А сейчас рисуем маленькие круги ногой в одну сторону. И в другую. Замечательно. А сейчас мы можем выпить глоток воды, немножечко передохнуть. Приступим к выполнению упражнений на другую сторону.
hurt, bleeding. И снова сделаем замыкающее упражнение. Немножечко потянем один бок. Затем другой. Расслабимся, передохнем и приступим к следующим упражнениям. Итак, продолжаем. Отводим ногу назад в упоре. Сжимаем ягодичную мышцу ноги, которая у нас работает. Вы должны ее хорошенько прочувствовать. Мы делаем махи. Сгибаем ногу в колени и отводим ее в сторону. Держим статику. И разгибаем ногу в колени. Можно присесть в позу младенца, немножечко отдохнуть. Продолжаем делать упражнения на другую ногу. Прокачиваем внутреннюю поверхность бедра. Колени ровные, носки натянутые. И держим статику. Отрываем таз от пола, левое колено согнуто. Держим статику. Следующее упражнение – ягодичный мостик с опорой на стопы.
Такой вариант прорабатывает мышцы ягодиц, задней поверхности бедра и также задействованные мышцы пресса. Повторяем ягодичный мостик. Сначала делаем его с рывками. А потом полный подъем. Прижимаем колени к груди. Можно немного полежать, отдохнуть. Потом снова повторить махи внутренней поверхности бедра на другую сторону. Открываем таз от пола. Держим статику. И на этом заканчиваем нашу прокачку. Садимся в позу бабочки. Можно немного помочь себе руками, надавить на колени. Делаем все медленно и аккуратно. Можно потянуться грудной клеткой вперед. Тянемся больше животом, выпрямляем спину. Следующее упражнение. Садимся в позу голубя. Чувствуем легкое растяжение в ягодицах, в задней поверхности бедра, во внутренней. Заднюю ногу можно согнуть в колени и потянуть вниз. Поменяли ноги. Держим спину ровной. Можно присогнуть противоположную ногу в колени.
дотянуть ее вниз и посидеть так несколько вдохов. Отлично. Переходим в складочку. Животом тянемся к бедрам. Спинка ровная. Носочки можно натянуть от себя или на себя. Принимаем комфортное положение. На этом заканчиваем нашу тренировку. Надеюсь, она вам понравилась и принесла пользу. Продолжайте тренироваться и до встречи на других тренировках.